Знаки зодиака, которым противопоказано брать кредиты. В определенный момент каждый из нас сталкивается с финансовыми трудностями, и никто не застрахован от этого. Именно по этой причине мы вынуждены прибегать к кредитам и задолженностям. Есть те, кто легко справляется с этими финансовыми обязательствами, но также существуют люди, для которых взятие кредитов может быть нецелесообразным. Так что же заставляет некоторых людей держаться подальше от заемных средств? Близнецы. В первую очередь, близнецы сталкиваются с финансовыми трудностями. Они не привыкли отказывать себе в удовольствиях и, в конечном итоге, обращаются за кредитами. Хотя родственники могут прощать задержки в возврате средств, банки обычно не так терпимы. Близнецы часто не способны адекватно оценить свои финансовые возможности. Рак. Трудности также подстерегают раков. Они предпочитают брать кредиты лишь в критических ситуациях, но уже с самого начала начинают переживать о возможных долгах. Хотя раки стремятся быстро решить свои финансовые вопросы, они избегают зависимости от заемных средств и стараются избежать необходимости в кредитах. Водолей. Водолеи, с другой стороны, не считают нужным обращаться за кредитами. Они часто покупают все, что им нравится, но их желания не всегда соответствуют финансовым возможностям. Водолеи редко задумываются о своем финансовом положении заранее и неспешно осознают, что их финансовое состояние может оказаться не самым благоприятным. Водолеи неохотно возвращают взятые в долг средства, и причины этого могут оставаться неясными. Овен. На последнем месте в рейтинге оказываются овны. Они не привыкли ограничивать себя в чем-то и равнодушны к тому, сколько тратят на необходимые вещи. Овны не задумываются о том, что рано или поздно их финансовый резерв может иссякнуть. Поэтому для них важно научиться умеренности и умению контролировать свои приходящие желания. В заключение, изучение влияния знаков зодиака на финансовое поведение предоставляет ценные инсайты для тех, кто стремится принимать обоснованные финансовые решения. Важно помнить, что астрология предоставляет лишь один из аспектов анализа, и решение о кредитах всегда следует принимать с учетом конкретных обстоятельств. Независимо от вашего знака зодиака, разумное финансовое планирование, бюджетирование и ответственное обращение с долгами могут помочь обеспечить стабильное финансовое будущее. В конечном итоге, обращение к астрологии может служить дополнительным инструментом для лучшего понимания себя и своих финансовых тенденций. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.